Всем привет, дорогие друзья, с вами Яблочный Эксперт, и в сегодняшнем видео я вам расскажу о дате выхода iOS 13.3 Beta 3. Что мы знаем об этой версии? То есть эта версия сейчас актуальна, каких багов я не заметил. Я заметил баг, который здесь сейчас есть и был до этого. Это то, что когда ведется запись, я вот включаю запись, она потом пропадает почему-то незаметно, и по каким причинам я тоже не знаю. Итак, есть вот такой вот вывод, о чем я говорю. То есть дата релиза, этот релиз, не релиза, а второй беты был 13 числа, значит, логично будет где-то 19-20 третья бета. Почему я так говорю? Потому что каждую неделю они выпускают. Если нету критических, конечно, багов, тогда они в течение 2-3 дней решают этот критический баг и выпускают раньше. Вот. А поскольку постольку сейчас все четко, поэтому ожидаем все-таки iOS 13.3 бета 3 где-то 19-20 ноября. Вот и все. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропускать мои новые видео. Всем пока! If it ain't about no cash, you can miss me. You can miss me. Most of the time, you can find this hustler tip. This hustler tip. Bitch. Bitch.